Самая дорогая свадьба года в мире. Дочь главы Дубая поделилась фотографиями со своей сказочной свадьбой. Этим летом глава Эмирата шейх Мохаммед выдал замуж свою дочь шейху Махру. На невесте было просто гигантское бриллиантовое ожерелье и платье с фатой и шлейфом от Эзра Кутюр, сделанное на заказ, а жених предпочел выглядеть традиционно и надел бишт. Накидку для особых случаев с золотой вышивкой. Светлый зал декораторы украсили свечами и живыми цветами. А в завершение торжества семиэтажный торт высотой с невесту разрезали арабской саблей. Всего праздников по случаю создания семьи было три. Помолвка в марте, подписание контракта в апреле и праздник в июне. И каждый раз новые платья и украшения.